надії в екстремальній спортивній трасі, щоб стати свідками проведення третього етапу відкритого чемпіонату міста з автокросу «Гонки на виживання», присвяченого дню автомобіліста і дорожника. Гонки проходять за підтримки народного депутата України Андрія Ганченка. Директор змагань, президент міської федерації технічних видів спорту Федор Губаренко доповісти про готовність. Уважаемый Сергей Васильевич, уважаемые члены оргкомитета, гонщики и все технические службы готовы к проведению автокросса «Гонки на выживание». Шановні криворізні, на нашому святі спорту присутні почесні гості. Серед них секретар Криворізької міської ради Сергій Васильович Маляренко, голова Сахсиганської районної міської ради Валерій Вікторович Безубченко. Також на нашому святі присутні депутати міської та районних у міській рад. Слово для привітання надається секретарю Криворізької міської ради Сергію Васильовичу Маляренку. Дорогие спортсмены, гости, зрители, я всех поздравляю с началом последнего завершающего этапа в этом году гонок на выживание. От имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилкула, от имени депутатского корпуса городского совета, его исполкома и, конечно же, от себя лично. Эти гонки сегодня посвящены освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков, приурочены Дню автомобилиста и автодорожника. И всем хочется пожелать спортсменам победы, зрителям хороших ощущений, хорошо отдохнуть и насладиться гонками. Сегодня с утра погода чуть-чуть подвела, но от этого гонки будут только интересней и увлекательней. Всем победы, всем успеха. Спасибо. Право підняти державний прапор України надається кращим гонщикам за результатами другого етапу автокросу «Гонки на виживання» Олександру Кулінічу, Андрію Гальченку, Володимиру Нероді, Олександру Чорнокуру, Жанаю Омарову, Вадиму Кривку, міста Кривий Ріг. Державний прапор України підняти!
мое место легко. Среди кинчик таких не зубли, не на просторах война, у шахтах и дома закипит, заменяется відкритого чемпіонату міста з автокросу гонки на виживання, присвяченого дню автомобіліста і дорожника, оголошується відкрите. Ваші оплески! І зараз, шановні, до вашої уваги творчий екстрім-подарунок. Танцювальний екстрім-подарунок від школи сучасного танцю «Альфа Прайс» за освітньої школи номер 43. Зустрічаємо оплесками! Дякую вам. А
А вот життя продовжується, і сьогодні справжнє екстрім-свято. І ми просимо спортсмени зайняти місця в автомобілях. Будь ласка. І от старт, старт. Посмотрим, по жеребьевке, конечно, Владимиру Нероне хорошее место досталось на старте. И номеру 3 семерки. Ой, помню, этот форзейн классный был. Итак, все хорошо, пыли нету. Значит, упорная борьба, все сейчас в один ряд стоят, так что отлично, ни пылючки, ни грязючки, все отлично, трасса готова. Эдик, ты к Юлии в центре не снимаешь и разговариваешь. Работа такая. Итак, смотрим. Очень хорошо вырвался Владимир Нерона. Виталий Бондарь приготовил всех ребят к заезду. Итак, и у вас 15 секунд до второго заезда. Вы готовы смотреть второй заезд? Не слышу, Крюбас! Крюбас, давайте, чтоб громче мотор! Вот это Крюбас звучит! На старт! Внимание! Марш! Марш! И кто же вырвется на первом круге? Вперед! Пока что это номер 20! Похоже, номер 20! Опа, первый разворот! Да, это новичка подбили. Номер 62, Сергей Леник попал в тур. Итак, смотрим опять. И все, номер 77 впереди. Да, лидеры предсказуемые. И переворот, почти переворот был. На бур закинули автомобиль. Потому что появился Сергей Бритун и появился Андрей Гарченко. Приготовьте, Андрей Гарченко идет на третьей позиции, но... Ай-яй-яй-яй-яй, Александр Мирон не накачал колесо, и вот оно сейчас раздуется. Ударил голос. Нет еще, еще помогает. И... Пошли, Андрей. Номер 36, трехколесная, заднеприводная Сиера. Нет, пока что 3,5 колеса. Итак, смотрим, что у вас интересного. Дмитрий Омаров далеко не убегает. Соперники рядом. А вот Андрею Гальчику надо сейчас максимально набирать очки. Сергея Бритуна, я думаю, у него сил хватает для этого. Да, но Сергей Бритун гонщик опытный, он не так просто пропускает вперед. Поэтому Андрею нужно еще пристроиться, чтобы его обойти. Итак, смотрим, борьба, очень хорошая борьба двух сильных машин. 93-50. Вот мастерский Андрей Гальченко выбывает соперника и выходит на вторую. Да, Андрей Гальченко. Да, вот теперь Сергей Бритун разозлился, это точно. Я аж сюда слышу скрежет зубов. Да, придется поработать с соперниками. Да, но впереди теперь Владимир Нерона. Нерона не просто так. Нет, Владимир Нерона не такой. Третий бронзовый реальный призер на сегодняшнем году. Без прогулок, как говорится. Итак, смотрим, борьба. Андрей Гальченко. Андрей Гальченко борется с номером 87. Да, ну, в принципе, он ему не соперник, а вот впереди жена Эмара. Вот кого он узнает. Ну, да, его же надо догнать. Итогом всего сезона.
Кавказе творится. Номер 36 с одним колесом, заднеприводная Сиена, пытается как-то все-таки передвигаться. И номер 87, что-то случилось с автомобилем, не может никак тронуться с места. А лидирует Жаная Маров, уверенно лидирует, Андрей Каченко идет вторым. Появилась соточка на трассе. Да, да. Подремонтировали, мало, видать, времени было подремонтировать машины, но машины сделаны, выехали. Эдик, я что хочу сказать, вот глядя сейчас на то, как едет Жаная Маров и Андрей Каченко, вот, я бы сказал так, что Жаная Маров поймал трассу, не поймал кура. Автомобили не совсем одинаковые. Я считаю, что номер 50 намного мощнее автомобиль. Да, и тем не менее, Гальченко не может добраться до Омарова. Так, номер 3 семерочки, любимый портфель. Горыныч пытается. Вырулить, Горыныч. Ну, как он и туда вырулил вообще. Горыныч делает пробки на трассе. Сдается, что что-то у него с рулевым, потому что никак не едет машина туда, куда хотелось бы гонщику. Итак, два соперника, номер 10 и номер 100. Дело в том, что номер 100, он, по-моему, опоздал добру. Или я ошибаюсь? Немножко маловато, конечно, борьбы, к сожалению. Но я думаю, все впереди, если там буквально по очкам соперники будут идти плотно, я думаю, они начнут реально бороться друг с другом. Эдуард, я вот чего-то совсем не понимаю. То ли Андрей Гальченко перевез машину, то что-то не так, но он едет не так, как он может ехать. Андрей Гальченко, я думаю, будет ехать в бережливом режиме, потому что ему надо удержать вторую позицию. Да, Горыныч никак не решится с горочки рвануть. Может быть, у него есть какая-то... Да. Горыныч завершает второй заезд. Да, все, открыл решетку. Открыл калиточку. Ну, молодец, он как-то нормальный спортсмен, постарался убрать машину с трассы, что у него и получилось. И... Горыныч, молодец! Аплодисменты! Аплодисменты, молодец! Горыка! Кривой Рог! Он старался, но удача сегодня его покинула. Итак, Жаная Маров. Горыныч, давай, колесиком. Итак, Жаная Маров большим отрывом идет к своей заветной мечте. В этом заезде, я смотрю, оживился номер 44. Как-то он уже пошустрее стал. Да, Вася подкрепился и пошел. Довольно интересная машинка такая необычная по виду. Итак, Андрей Каченко по какой-то причине остановился. Наверное, что опять случилось. Да. Так, упорная борьба. Андрей Кромов и Сергей придут в Запорожье или Кривой Рог. Сергей придут сейчас, имеет возможность к атаке, но предпочтел хитрый обгон. У него машинка пошустрее, чем... Он не стал тратить время на то, не что стал, да. Все-таки восьмерка и Хонда, немножко разница есть. Так, итак, у нас тут крыша образовалась. Да. Это номер 8, а нет, не 8. А кто это у нас на крыше? Эвакуация, это пилот на крыше. Эдуард, нужно подать такое предложение, чтобы номера писали еще на днище автомобиля, на всякий случай, да? А у меня, кстати, написано на днище. А, так это ты умный, а остальным скажи. Там написано дата и улыбка до ушей. Итак, аккуратненько, эвакуация, да. Помогают, пилоты остановились, чтобы... Так, Феликс.
килограмма, номер 20 проползает этот вираж. Ну просто молодец, Олег Кондарец, так аккуратненько по бурку проехал. Так это Дмитрий Амаров на крыше. Вот Дмитрий Амаров! Дмитрий Амаров сделал крышу! Да. Он имеет на это! Да, друзья, вот это интрига! Представляете, два лидера выбыло из заезда сразу. Итак, тут налево в секторе зрителей можно фотографировать наконец нищие Дмитрия Амарова, потому что, по-моему, он очень редко это показывает. Да, давно я не видел, чтобы Дмитрия переворачивали. Ну что ж, друзья, аплодисменты Гадай Амарову. Дмитрий Амаров сам умудрился перевернуться. Сам виноват, да? Конечно, сам. Ему, видать, скучно по прямой, решил взять бугорок. Ну что, тоже развлечение, я вам скажу. Ребята помогли ему эвакуироваться, так что все нормально, пилот на, как говорится, с болельщиками сидит. А гонка продолжается. Итак, что у нас получается? Если полтинник и 77-й встал, то у нас идет Сергей Бредун, Олег Конторез. И 151-й, по-моему. Опа, да. Андрей Кащенко что-то решил покататься еще. Это он подумал, что раз нету соперника Амарова... Поехал я дальше. Да, можно ехать дальше. И, кстати, настолько плотные очки у соперников, что вот такая любая ошибка может просто поменять турнирную таблицу. Да, ведь каждый законченный заезд может принести 20 очков. И а 20 очков — это уже большой шаг. Буквально за один заезд до финиша этапа и финиша сезона. Ну да, Дмитрий Амаров на перекуре. Сергей Бредун идет где-то в лидерах. Может быть, Олег Конторец, скорее всего. Да, Олег Конторец, наверное, впереди. Я слежу, что он сегодня хорошо очень. Да, да, пилотирует. Он стабильный. Ребята, Эдик, я скажу так, что Андрей Кащенко тут начинает хитрить что-то. Придерживает кого-то. Я понимаю так, что в первом заезде выбыл Андрей Гальченко, во втором заезде выбыл Дэнай Амаров. Естественно, там посчитают, судьи, конечно, очки посчитают за пройденные круги, но вот где-то они сейчас на равны. То есть все может решить третий заезд. А вот похоже, что Владимир Нерота, похоже, что, наверное, лидирует в этом заезде во втором. Да, да, точно. Ему первому дали финишную отмашку. Да, да, да. Владимир Нерота! Номер 10, Кривой Рог! 22! Финишировал первым. Ну, а вторым, наверное, будет Сергей Бредун, скорее всего. Нет, наверное, номер 20. Ну, посмотрим. Судьи, теперь только судьи посчитают очки. Да, теперь решать судьям. Итак, насыщенный заезд. Три машины выбыли в борьбе, одна на крыше. Я думаю, что это событие заезда. Амаров на крыше, это событие заезда. Давненько мы такого не видели, очень давно. Я даже не припомню, когда. Ну ничего, как говорится, на старуху бывает такая фигня. Ну вы смотрите, пожалуйста, как лежит на крыше автомобиль и ничего не течет, ничего не капает. Это говорит о чем? Что о том, что все вытекло уже. Что там уже нема ничего, да. Итак. Андрей Гальченко выбывает из борьбы, к сожалению. А такая закончилась интрига. Похоже, эта ошибка запишется на механика. Я так думаю. Да, останется он без премии. Да. Итак, очень хорошая борьба, я вам скажу, на каждом участке. Борьба, развороты. Трасса очень-очень хорошая, поверьте мне. Пластилинчик, пластилинчик. Итак, что мы видим? Если брать по сюжету.
это номер 62, новичок гонки Сергей Линик уже сбил. Один.
Андрей Громов, я не знаю, он руководник, руковой. Ну, домой, по-моему. Домой, наверное, да. Ну, номер 10. Я думаю, теперь не рода. Отстала Жаная Омарова. Да, первый заезд принес первые плоды, вернее, не первые, а удара плоды. Номер 87 в строю, это меня лично очень радует. Мой автомобильщик пока не умер. Кстати, Эдик, это Флаг финишный, последняя машина на ходу, которая осталась.